Poster Factory, первый эпизод. Надеюсь, сейчас пройдет все нормально. А, что это? Блин, у меня не отображается. Черт, иногда бывает такое. О, нормально, все. Отлично. Насколько я понял, продолжение... Ну, как продолжение? Там, типа, в одной вселенной вроде находится с этим... Первой и второй частью Тузумуна. Скинь лучше мне в колен. Я так понимаю, это читать после уже прохождения. Я опять же постараюсь читать диалоги. Описание не буду. Так. Я не очень, конечно, помню в идеале, что было в первых двух частях. Это было, сколько уже, полтора года назад где-то. Поэтому я надеюсь, что, ну, в целом он более-менее самостоятельный. По идее, должно быть Влад. Типа, по идее, они как бы отдельные. То есть, они как бы в одной вселенной находятся, но истории должны быть самостоятельные. По крайней мере, в первых двух было так. И кто только устраивает приемы в таких местах. Да и зачем я вообще принял приглашение? Ведь и правда. Зачем я принял приглашение? Ой, я сейчас сделал потише, потому что в игре, к сожалению, нельзя контролировать музыку. Когда она тихенький. Да ничего, ничего. Спасибо тебе большое, Unreal Ban, за такой донат с сердечком. Я помню, да, ты все писал, ничего страшного, опять же. Я что в воскресенье бы спросил тебя насчет планов. Насчет времени еще поговорим там попозже в Дискорде. Так, ходить тут можно мышкой. В принципе. Стоп, а shift это чё? А, бегать. Окей, я понял. Не, ладно, лучше тогда... Есть кто? Погодите, ведь во всяких ужастиках все так и начинается, верно? Ну, может, еще и в любовных историях. Одно другому не мешает. Нет, чаще все же в ужастиках. Так. Этот фонтан. Его переполняет дождевая вода, но сам он, похоже, давно не работает. Если так подумать, что тут вообще все вокруг заросло. Тут точно кто-то живет. Просто исследовать, наверное, надо. Что такое? Не жмется. О, настройки есть. А, нет, нету. Кстати, полный экран. Нет. Окей, лучше ничего не трогать. Пусто и сыро. Ну ладно, ну в принципе я помню линейные довольно таки. Ну, не довольно, а просто линейные. Пойду уже в дом. Если меня пустят, конечно.
просто закрыли. Акт первый. Позвольте, я за вами поухаживаю. Ну, здравствуйте. Здрасте, меня приглашали на... Я вообще туда пришел? Безусловно. К слову, вы пока первый гость. Но вы не рано, просто остальные опаздывают. О, это, наверное, из-за дождя. Следы остаются. Ой, извините за грязь. Да ничего, просто не двигайтесь. Ого, как вы это сделали. Это наш модуль авточищения X-Clean 3000. Или может X-Clean 3000? Да нет, это же X-Clean 4000 Super. Наши хозяева слегка гермофобы, на чистоте мы не экономим. Хозяева, получается, это не вы? Ни в коем случае, мы всего лишь помощники. Присматриваем за домом, ну, вдобавок ко всему остальному. К слову, хозяева, они ожидают вас наверху. Хозяева очень ценят пунктуальность, так что поднимайтесь, знакомиться, вам зачтется. Ну, хорошо. Ого. Ванная комната находится по правую руку. Так, по правую руку от кого? От меня все-таки. Пэт Мелзер. А? Чтобы помыть руки. Они гермофобы, помните? А, ну да. Но это уже перебор. Неужели так необходимо справлять нужду в золотом унитазе? Ай, классика. Придет время, я им тут все делаю. Эй, наш прием еще не начался. Наша главная достопримечательность пока закрыта, извините. А, окей. Главная достопримечательность. Привет, здравствуйте. Так это что? Что ты умеешь? У риса бота два предназначения. Варить лучше на свете рис и поддерживать эмоционально. Уверен, что твой рис прямо лучше на свете? Уточните запрос. Ну, то есть, откуда ты знаешь, что твой рис лучше всех? Кто тебе это сказал? Это сказал рисобот. Но ты же повар, ты сам его сварил. Рисобот знает лучше. А вы всего лишь Куинси, вы не рисобот. Рисобот знаток риса, все это знают. Ладно, ладно, зануда. Рисобот, откуда он знает мое имя? Что ж, думаю, мне не помешает поддержка. Можешь помочь? Неоднозначный вопрос, множество влияющих факторов.
Какая у вас проблема? Что ж, ничего конкретного сейчас не скажу, но думаю, в последнее время у меня рис всему решение. Хотите рис? Не сейчас, спасибо. Похоже, что рисобот ничем не может здесь помочь. Включаю режим сна и подогрева риса. Но это уже было лишнее. Шахматы. Итак. О, простите, я ненадолго отвлеклась. Ну это же моя пешка. Атаковать моего короля моей же пешкой. Вот уж действительно такого я не ожидал. Так, слушайте. Эти ваши шахматы, конечно, классно, но может уже приступим к делу? Так, вы согласны присоединиться? А, это оно. Не важно. Добрый день. Что ж, вижу, что гости прибывают. Хоть раз бы не уходил, когда проигрываешь. Я не проигрываю, я проявляю великодушие. Добрый день, меня зовут. Ладно. Спасибо, Кэп. Найс выбор. Одна из хозяев? Нет, я гостья. Гостья? Но как вас зовут? Куинси, Куинси Рейнард. А вас? Какое ваше любимое блюдо? Что, простите? Любимое блюдо, но у вас есть? Думаю, стейк. Слабо прожаренный стейк. Да, я тоже хотел сказать. Жаль, рис не любит ответить. Это правда? Ладно, хорошо, салат из авокадо. Подождите, почему вы спрашиваете? Просто интересно. Постойте, вы так и не сказали свое имя. Линри. Как вы себя чувствуете? Да все хорошо, только... Но это место меня немного напрягает. Как же так? Разве у камина не уютно? Не знаю, просто мне тут не по себе. А вот вы явно тут как дома. Вы бывали тут раньше? Да, я бывала здесь много раз, но вообще я тут впервые. Понятно. Подождите, что? А? А? Может, связано с этими машинами как-то? То есть физически она здесь впервые. Извините, но мне нужно побыть наедине, если вы не против. Мне нужно кое в чем разобраться. Ну ладно. Вы
Погодите, я хочу вас кое-что спросить. А? Ну, то есть, сперва я хочу вам кое-что сказать. Что-то не так? У вас классный пиджак. О, спасибо. А о чем вы хотели меня спросить? Да неважно, может, позже спрошу. Ладно. Странно. Дверь заперта. Может, я просто заклинила? Не похоже. О, это уже что-то новенькое. Он наверняка от двери. Ход. Похоже, мне стоит его достать. Это какая-то штука на палочке. Ага, ну конечно. Окей. Какая неожиданность. Эй. Это Беатриче. Что? Помогите, на помощь кто-нибудь. Что случилось? Мы слышали, как вы кричали. Что это у вас на руке? Настоящий детектив? Это вообще что для начала? Сериал с мясными людьми? Я должен вам сказать. Значит, нет. Но что это вообще было? Я не смотрю сериалы. Такс. Ничего нового здесь. Ха!
Что-то не так? Наверху там что-то случилось. О чем вы говорите? Они мертвы, я видел, не знаю как, но... То есть я просто открыл дверь, а там... Они уже прибыли. Я же говорил, Беатрище, взяла, убила, потом воскресила. А, вы здесь, отлично. Добро пожаловать, чувствуйте себя как дома. Какого... Почему мопса? Какого черта, просто написать нельзя было или что? Стоп, может, мне это привиделось, может, их там не было? Да, и живее всех живых. Хотя нет, стойте, это же хорошо. Может, я выдумал все эти трупы? Ну как тогда? Я ведь даже толком не знал, как они выглядят. С вами все в порядке? Вы тут чуть ли в обморок не падаете. Что-то случилось? Дорогуша, у вас что, понизился сахар? Я... Нет, я в порядке, то есть я даже не знаю. Как раз вовремя вам двоим стоило бы пройти и все приготовить. Линри? Здравствуйте. Вы видели, что произошло? Что про... Простите, мы знакомы? Это, кстати, реальный мир вообще, или как? Ну, или это спойлер, я просто не знаю. В плане, ну... Мы стартовали просто с точки, как бы, без объяснения точного. Окей. Просто пока довольно удобно все это слить в... Ну, обвинить машину во всем этом. Вы что, вы меня не помните? Мы раньше встречались? Да, здесь, буквально. Мы встречались здесь. Ну, то есть, не прям вот тут, конечно. Здесь, но в этом доме. О чем вообще говорите? Я же только что пришла. Но ведь наверху... Вы еще спросили, какое у меня любимое блюдо и... Как же мой страшный секрет... А, право, когда-то. Ладно, вы начинаете меня пугать. Минуточку. У вас случайно нет близнеца? Пожалуйста, не приставайте к другим гостям, мистер Рейнард. Либо в других частях там, типа, проникали внутрь сознания челика, типа, чтобы помочь ему там хороший сон увидеть, все такое. А какие же ужасные тучи на улице. Пожалуйста, скажите мне, что кто-нибудь сможет тут прибраться, дорогуша. Не беспокойтесь, мисс Ахуджа. Просто встаньте на модуль автоочищения, и он сам все исправит. Автоочищение? А что не так со старым добрым ручным способом? Вы бы прекрасно сами справились, молодой человек. Он не выглядит особо... Ах, нет, ладно, я молодой, мне просто казалось почему-то, что он не молодой. Ну это да, это не борода, это... одежда. Боже, такая грязнуля. Сама разоделась в такое платье и пришла пачкать чужие полы. Не волнуйтесь, моя, мне от ничего, с чем бы не справился наш X-Clean 4000 Super. 4000? Остаете на целое поколение, да? Я ожидал большего при вашей этой репутации. Мы примем к сведению, мистер Армстронг. Ой, ваши щечки такие милые, когда вы так говорите. Ух, на улице лет, как будто банк данных прорвало.
Мамочки, что я вижу? Это X-Clean 4000 Super. А у вас наметанный глаз, мистер Клэг. Ну, конечно, я сам хочу себе такое рвать. Как и то, что вы у себя тут варитесь, конечно, слухи не врут. Несомненно, мы постараемся вас не разочаровать. Собрался народ. Да кто все эти люди? Да, он начал, я понял. Да. Да, блин, да ты достал, ты уже определись. Так, я к людям шел. Дорогуша, если то, что стоит вон там, хотя бы наполовину похоже на то, что нам обещали. Однако, думаю, вас не сильно-то заботят технические подробности, не так ли? Ну, конечно, заботят, уверен, еще как. Различные гаджеты всегда были предметом моей страсти, когда у меня было на них время. Ведь, как бы иначе, я могла пользоваться своим зеркалом с дополнительными панелями. Мне сказали, что здесь будут крутиться завидные деньги. Но что-то я так посмотрел... У нас единый, тут, наверное, 80% всей кассы. Видите ли, Линли, моя команда совершила целую революцию индустрии. Простите, о какой индустрии мы с вами говорим? А, конечно, прошу прощения, мои мысли периодически забегают вперед слов. В этом все наше проклятие гениев. Постоянно приходится себя дергивать. Пендрожник какой-то. А, прошу прощения. А, это ты снова. Снова? Так вы все помните? Нет, прошу, оставьте меня в покое. Как я уже сказал, Дин, я думаю, этот факт вы найдете наиболее интересным. Ах, да, конечно, о чем мы там говорили. Итак, исходя из того, что второй по популярности местонахождение льда под холодильником. Что? Может, мне просто нужен свежий воздух? Чё-то чел задушил, да? Так вот зачем мы здесь? Рис в роли с танцом сварен рисоботом. Ого, здорово. Вы его пробовали? Да, он вкусный, спасибо. Просто вкусный? Да за них и умереть можно. Понятно, учитывая обстоятельства, защита угрожающая. Что тут вообще происходит? Я схожу с ума? Или может это просто дежавю плюс ночные кошмары? Ну да, я, видимо, плохо спал этой ночью и в итоге вырубился в ванной. Линри! О нет, это опять вы. Извините, я просто хотел... Послушайте, я всего лишь иду в ванную. Если вы не прекратите... Вот это все... Постойте, вы ничего не чувствуете? Горит? Да, а это случайно не... Дым. Дым. Мне стоит ей помочь. Что здесь происходит?
Сама не понимаю. Гость, вы уже здесь, бы времени больше нет. Нам нужно больше поваров. Может я помогу? Нет. Секрет чистоты кухни кроется в тщательной уборке. А тщательная уборка должна начинаться с пола. С чистки каждой плиточки. Да я понял, еще. Секрет вкуса заправки, в общем-то, в свежести чеснока. А секрет свежести чеснока в заботе о нем. Очень непонятно. Тут весь дом совсем того. Из другого места. Это то, что только что была. Но она же... Эй, а разве вы сейчас не... А? Не проходили, а забудьте. Она только что вышла отсюда. До этого я тут вымыл руки, а потом... Да нет, это абсурд. Абсолютно обычный золотой унитаз. Линри? Ну да. Ожидаемо. Как вообще-то может опять повторяться? Может в итоге я все-таки навыдумывал все это? Да, галлюцинация становится все сильнее и сильнее. А, мистер Рейнард, вы уже видели наших профессоров? А, да, думаю, они внутри. Отлично, спасибо. Пожалуйста, пусть это будут глюки, пусть это будут глюки. Тьфу. Мне нужно разобраться. Господи боже, это все-таки случилось. О, наверное, про что-то, что случилось с блюдами. Моя стряпня кого-то убила, вот это. Он вообще хоть что-нибудь съел? Нет, но это уже не важно. Ну. Но...
Сегодня будет хорошо, верно? ФБР уже наверняка в пути, конечно, FBI прям залетает. А еще с ними приедет спецназ и Гринпис, да и вообще все, кто можно. Я тебя чуть не забанил, Влад. Какими средствами ты чистишь свой золотой унитаз? Утенком. Откровенно говоря, если бы меня спросили, я бы сказал, что это был один из гостей. Да, чуть мискликнул. Было близко. Если только, конечно, один из нас не подстроил убийство так, чтобы свалить все на гостей. Но если бы я планировал такое ужасное убийство, то именно так бы я и поступил. Сам себе роет могилу. Подождите-ка, это что, я убийца? О нет, это просто отвратительно. Кулинарная школа меня к такому не готовила. Скорая, да, нужна, вот только они не дышат. Что пожарных, ну... Пусть все приезжают. Да, пошарных тоже пришлите, пожалуйста. Да, я знаю, что далеко, но поторопитесь, пожалуйста. Мисс Ахуджа, пожалуйста, идите и сохраните безопасную дистанцию. О, дорогуша, я все время повидал достаточно трупов. Но знаете, что странно, я никогда не видел таких ран. А их глаза, как будто перед смертью они видели нечто ужасное. Это явно не дыра от пули, точно не порезы от ножей. Это магия. Пожалуйста, отойдите, мисс Ахуджа. Мы не знаем, насколько эти тела опасны. Ой, да хватит тут бубнить, я же их не трогаю. Знаете, что странно? Если тут живет всего 4 человека, то зачем им 3 повара? Им не хватало. Сейчас не время для шуток, а что вы здесь делали до этого? А, я и не шучу. О чем это вы? Я видел, как вы поднимались, ровно перед тем, как я нашел тела. Но я вообще наверх не ходил, я была на кухне. Ну да, это я тоже видел. Как-то смысла мало в ваших словах. Да, его нет, я знаю. Похоже, нам всем стоит успокоиться, еще много всего надо переварить. Злобный брат-близнец. Я думал, что ставил ключ в двери. Эй, пс. Я просто хочу поговорить. Постойте, куда это вы? Да, гуляю просто. Вообще-то, когда я сюда поднялась, кроме вас тут никого не было. Да правда, мистер Рейнард, что вы здесь делали? Смотрите, я же говорю, что я просто гулял. Нет, вообще-то я шел за ней. За Линдри. Мы вышли из кухни, я пошел за ней наверх, а потом... Простите, но эта леди была на кухне все время с нами. Да, мы пришли только что все вместе. Зачем вы нам лжете, мистер Рейнард? Ничего не хотите нам рассказать? Да не вру я.
Она тоже сюда поднималась, ну все видела это. Может вам лучше присесть, мистер Рейнард? Не думаю, что вам стоит покидать комнату. Угрожающе. Нет же, я могу объяснить. А этим не объясниться, я смогу вам. Runway! Зачем в туалет? Могу на улицу бежать. Почему я убегаю? Я ничего не сделал. Когда я до этого помыл руки, было бы даже подумать об этом, но... А, в смысле, что вдруг перезапустится все. Стук прекратился. Дверь открыта. Есть там кто? Но ушла в гостиную. Ну да, меня ведут. Я правда это сделал, вернулся во времени? А, это брат, ясно. Я не думал, что пока что получить наследство нашей матери. Девяносто уже процентов. Ну, чуть меняется. Не помнит. Да, здесь заперто. Ладно, я с этим разберусь. Просто нужно подумать. Просто нужно быстро в этот раз. О, тут даже полиция уже. Ладно, может, я с этим не разберусь. Где Линри? Я просто спрошу ее прямо. Какой ужас. Ну, они сильно такие важные, не буду засчитывать. Да, это очень странно. А, этот все продолжает описывать.
Так, ну, здесь уходите, это мое секретное убежище. Тьфу, это может быть стать проблемой. Но благо сначала нужно найти Линдрия. Так. Ну, я сначала вниз просто обойду. Наверное, наверху она, но... А, типа, окей, это связано. Да. Меня не пускают? А, нет, ну, нормально. Вот. Эй, а ты что здесь делаешь? Все это время ты мог спокойно бродить по дому? Минуточку. Мог ли это быть кот? Да, я бы ни за что не поверил в невинность этого животного. Да, все так и было. Отомстил за то, что отобрали сосиску. Да не, не может быть это глупо. Зря так думаешь. Эй, куда он делся? О боже, он настоящий! Почему этот... Кот такой длинный. Простите, что? Погодите, нет, это не то, зачем я пришел. Знаете что, я просто скажу прямо. Вас двое. Все верно, видел. Вы были в двух местах одновременно. Еще я думаю, что раковина внизу позволяет, черт возьми, перематывать время. Никак не сурка, конечно, но здесь происходит что-то из ряда вон. Вы же понимаете, насколько безумно все это звучит, верно? Ну, поверьте мне, я знаю. В смысле, сумасшедший ли я, возможно? Но безумное ли происходящее? Определенно. Не знаю, чего вы ожидаете от меня услышать. Просто скажите мне, у вас есть какие-нибудь догадки касательно того, о чем я говорю? Ни единой. Ага, вы лжете. Почему вы так думаете? Ну, давайте подумаем. Внизу лежат мертвые тела. Вы тут одна, и к вам подходит не знакомиться со своими сумасшедшими сказками. Если вы ни в чем не замешаны, тогда почему вы не убегаете? И куда мне, по-вашему, бежать? Не знаю, куда-нибудь подальше от меня. Послушайте, честно говоря, вы меня пугаете. Правда, скорее в плане того, что я удивлена. А, не, ну... Не знаю, но я просто сомневаюсь, что вы можете быть убийцей. Откуда вы знаете? Мы ведь толком не знакомы. И учитывая обстоятельства, даже я подумал бы, что могу быть убийцей. Я не уверен, а просто чувствую. Есть что-то у вас эдакое. Я просто чувствую, что вы не можете быть убийцей. Потому что он детектив. По Ноксу. Детектив не может быть убийцей. Ясно. Я знаю, что это должно быть приятно, но почему-то мне обидно. Ну, а почему вы не убегаете? От чего? От меня. Почему я должен от вас убегать? Ну, смотрите, загадочная незнакомка появляется в двух местах одновременно в смертельной петле времени. Если то, что вы говорите, правда, тогда похоже, что главная подозреваемая — это я. С этим сложно поспорить. Но, полагаю, я тоже чувствую у вас нечто такое, в смысле, довольно странно, что я все еще прохожу стадию отрицания, но есть у вас что-то, что заставляет меня чувствовать, будто вы не можете быть убийцей. Но детектив может быть только один.
Так что это необоснованное. Отведите меня туда. Что? К раковине внизу. Говорите, что она перематывает время? Вы верите мне? Нет, не говорите глупости. Но учитывая обстоятельства, лучше будет один раз увидеть причину подобного поведения. Ладно, думаю, это лучшее, на что я могу надеяться. Идемте, я покажу вам. А, я не ускоряюсь, да? Ну ладно. Это экстрим. Ах, да, есть одна проблемка. Уходите. Давайте-ка я попробую. Эй, вы там в порядке? Уходите, я никого не впущу, пока не приедут мои телохранители. Все в порядке, я уже ухожу. Не могли бы вы стучать в дверь где-то раз в 5 минут? Что? Зачем? Просто чтобы мы знали, что вы живы, конечно. Хочу сказать, что вы там совсем одна. Если что-то случится, никто не узнает. Никто знает, есть ли туда другой вход. В конце концов, поодиночке мы все легкие мишени. Привет, кадабра. Кроме того, в том подкасте «Пора убить», что я слышал, о них говорилось. Вот и все. Зачем вы слушаете подкасты про убийц? Сложно объяснить. Это, наверное, в тему то, о чем на трешовом вкусе разговаривали. Что почему-то это популярным стало в последнее время, особенно у женщин. Вот, да. Это та самая раковина, о которой вы говорили? Да. Ладно, давайте. А как ты поймешь, что я Вы собираетесь что-то делать или нет? Сейчас все будет. Хотя погодите-ка. Сори. Что, не можете мыть руки, когда кто-то смотрит? Нет, просто... Вы не против, если мы сделаем это вместе? Вот, другое дело. Зачем? Ну, может, так будет больше шансов, что мы оба переместимся во времени? Я не совсем понимаю, как работает путешествие во времени через раковину, но... Я просто устал быть единственным сумасшедшим каждый раз, когда выхожу из этой комнаты. Надеюсь, это не хитроумная схема попробовать сделать что-то странное со мной. Не льстите себе, там снаружи трупы, я не в настроении. Ну что, давайте уже. Цено. Подождите. Что? Просто на случай, если это не сработает. Можете рассказать мне секрет, чтобы было проще убедить вас при следующей встрече? С каждой минутой все больше и больше похоже на хитроумную схему. Хитрую схему. Я знаю. Лаванда. А? Просто лаванда. Ладно. Это как с Кристиной. Да, Шелли. А, типа она тоже попросит что-то. Постойте. Что? Сказали, что встречали меня раньше, якобы в других временных линиях. Да, я думал, вы не верите в это. Я и не верю, но... Неважно, слушайте, мне просто интересно. Что я вам говорила? Ну мы толком не общались, но... О, вы сказали, что хотите меня о чем-то спросить и что-то показать. Это было во время первой встречи, кажется. Есть какие-нибудь догадки? Ни единой. Ладно, давайте покончим с этим. Верно. Погодите. Что?
Неважно, я забыл, что хотел сказать, сука. Ладно, давайте сделаем это. На Марс. Должно что-то произойти? Я не знаю, может уже произошло. Последние несколько раз я просто открывал кран, мыл руки, как сейчас. И закрывал глаза вот так. А потом открывал их и выходил из ванной. Линри. Эй. Ну и все-таки не получилось, да? Время опять сбросилось. Полагаю, единственный, кто может использовать раковину. По крайней мере, теперь будет легче говорить с Линри. Весь народ должен быть в гостиной. Музычка играет. Вы там? Этот свет, он такой яркий. Но откуда он идет? Разве там был светильник? Типа другое время суток? Тут их много версий смертей. Что происходит? Я не понимаю, что это за... Что это за чувство? Воу-воу-воу-воу. Спидранер. Бля, я теперь ходить нормально не могу. Надо с мышки будет проще, да. Дверь не открывается. Да что, дверь щелкнула? Ну да, понятно. Мне на ванную нужно идти. Ну я так для красоты обойду все. О, тут ходить можно, я не знал. Бра, что со мной происходит? Что со мной происходит? Что-то типа Метамира.
Да что за... Даже от одного из вас проблемы так хватало. О, магия. Что? Какого? 5 мопс. Эй, подождите. Эй. Линери. Что происходит? Простите. Не хотела с тобой пообщаться, но потом начался весь этот бред. Я запускала новые циклы, но починить не смогла. Каждый раз случается одно и то же, а так быть не должно. Подождите, вы не можете вот так просто уйти? Прошу, просто расскажите, что произошло. Происходит. Как раз это я и пытаюсь понять сама. Похоже, что ты не сбрасываешься, как остальные. А, угу. Полагаю, это тоже надо будет исправить. Сбрасываюсь? Ну да, это... Вот опять же, это Линри, скорее всего, погруженная. Ну это хорошо, может ты сможешь показать мне то, что видел? Что я видел? Ну, все началось, когда я пошел в ванну, а затем... Ну да. Ты видел странные вещи, это может пригодиться. Какого мопса это было? Забавное совпадение, однако... Актив прям раковина в итоге выглядела как машина времени. Но каковы же были шансы, что мои перезапуски будут происходить именно в эти моменты? Невероятно. Вообще со мной говорите? Погодите-ка, я робот? Извини, как я уже сказал, я сейчас немного поглощена мыслями. Но в общем и целом, я создала этот мир и тебя вместе с ним. Что? Что? У-у, Маджо Гайру. Ускоряться, да. Тоже заметил, что туда нельзя попасть за все эти разы. Или что? Вообще не хотел тебе это показывать в текущем цикле, однако, раз уж мне придется теперь с тобой возиться ради твоей информации, то ты можешь взглянуть. Нет, постойте, подождите минуту. Что вы имеете в виду под создала? То есть, что это вообще за место такое? Думаю, ты найдешь ответы там внутри. Но прошу меня извинить за этот твой странный опыт. Он мне позже понадобится как доказательство. Просто постарайся особо о нем не думать. Не думать о нем? Да, просто не волнуйся. Сходи, встретимся там. Но. Ноги в руки на выход. Какой беспорядок. А, впрочем, пусть все идет своим чередом. Первый блин, конечно, всегда ком, но это происходило каждый раз. Каждый раз, когда... Минуточку. Эй! Вы сказали, что мы встретимся здесь. Длинно. Свет в конце туннеля. Первый акт.
Первый акт. Непонимание. Где это я? Так странно просто взять и забыть это все. Зачем она отправила меня сюда? Данные. Я типа растворяюсь. Привет. Эй. А, точно, шары же собирать эти нужно было. Что это было? Это люди? Так, так, не разбегайтесь, ладно. Питер, прекрати приставать к Изе. Или Инре. Эй, Линре. Я сказал не ходить далеко от группы. Особенно от тебе. Линре. Я в прошлом, ну как? Пойдем, Линре. У меня есть особое указание от твоих родителей. Соглас. Эй, стой. Так, если ты еще раз так сделаешь. Эй, доктор вообще сказал, что в эту поездку тебя можно отпускать только на определенных условиях. Доктор? Линри, если не будешь слушаться. Линри? Линри. Все вокруг застыло, как только она отключилась. Значит, все вокруг полностью завязано на ней. Какой-то барьер. Эй! Ну, это необычно, что, опять же, я так понимаю, мы играем типа рандомом, ну, внутренним. То есть не как обычно исследователем. Видимо, очертания, то, что это типа остаточки, то, как она это помнила. Прости, пап. Это все виновата, да? Тебе следовало быть осторожнее, Линри. Но нет, твоей вины здесь нет. Думаешь, я смогу отправиться еще в один школьный поход? Посмотрим, что скажет доктор. Потерпи немного, мы сделаем все возможное, хорошо? Хорошо. Это уже второй случай, не так ли? Да, мы думаем, что это пустяк. Нам действительно не следовало разрешать идти в поход без сопровождения близких. Что ж, к счастью, падение было мягким. Такие симптомы на ранней стадии могут быть опасны. Впрочем, экспериментальные препараты уже не за горами. Но в долгосрочной перспективе... Не мог бы кто-нибудь из вас остаться с Линри? А другой пусть пройдет со мной, пожалуйста. Я не слышу, о чем они говорят.
Ну, что Линри не слышит, да. Завтра, через много лет. Слушай, ведь нет уверенности, что она станет злокачественной, так? Опухоль. Есть шанс, что болезнь никогда не проявится. Но есть шанс, что станет хуже. Тогда будем лечить. Если мы начнем лечение, как только станет хуже, если вообще станет хуже, тогда у нас есть шанс, верно? Все, ну так. Так тяжело осознавать, что все зависит от какого-то жалкого шанса. Линри? Что ты делаешь, Лин? Не могу уснуть. Со мной что-то не так? Не волнуйся, Лин. Ничего такого, с чем бы мы не справились вместе. Ты из-за этого не спишь? Нет. В чем же тогда дело? Доктор сказал, что не смогу больше отправиться в поход, да? Пока что нельзя, но врачи уже работают над тем, что должно тебе помочь. Ты расстроена, что поход для тебя закончился так рано? Да. Я хотела еще побыть на поле, все остальные провели там целый день. Так давай вернемся туда. Вернемся? Когда? Почему бы не сейчас? Правда? Уже поздно, Билл. Иногда небольшая ночная экскурсия не повредит. Кроме того, у меня есть как раз то, что нужно. Ура! Идешь, мам? Я лучше останусь дома. Сварю вкусный суп к вашему возвращению. Хорошо. Маленький принц. Ясно. Вау, это самый настоящий телескоп. Конечно, я покажу тебе, как он работает. Пойду положу его в машину, ладно? Ладно, пойду скажу маме пока. Сразу к важным событиям. Опять этот свет. Линри, это ты? Это обидно, что она должна быть немного западнее, но... Их так много. Как ты найдешь одну единственную? Кажется, я нашел. Правда, я хочу посмотреть. Вау, даже не верится. Она и правда выглядит так, как на картинке с книжками. А я же говорил. Просто назови звезду, и я найду ее. А что если у нее нет названия? Столько звезд, не у всех же есть имя, правда? Почему бы тебе не подойти сюда и не узнать это самой? Эй, пап! Думаешь, там есть звезда с моим именем? Уже и так есть одна звездочка, которую так зовут, Линдри.
только она не там. А, абсолютно понятно. Что? А, дурацкая шутка, пап. Лаванда все еще нравится мне больше, но... Признаю, что звезды тоже крутые. Знаешь, что у них самое унизительное, Алин? Картинку сделали, а? Даже несмотря на то, что все не сияют так ярко, многие из них уже давно погибли. Погибли? Да, даже звезды не вечные. Но почему мы тогда все еще их видим? Ну, потому что до того, как погибнут, они сияли так ярко. Их свет распространялся так далеко, что доходит до нас только сейчас. Ну да, известный факт и удобная метафора. А, тогда думаю, что мне стоит сказать им спасибо. Без них я бы не смогла разглядеть лавандовое поле. Тогда тебе стоит сказать спасибо и полю тоже. Без него было бы нечего разглядывать, верно? Верно. Лаванда, конечно, не на небе, но так она мне нравится больше. Я могу с ней играть, нюхать и разглядывать вблизи. Звезды так далеко, но я думаю, они тоже могут это делать по-своему. Я бы не стала ничего менять ни в звездах, ни в лаванде. Не стала бы менять, да. Если бы ты могла стать тем или иным, или другим, чем бы ты предпочла стать? Я все еще больше люблю лаванду, так что я хотела бы стать... Если ты больше любишь лаванду? Пап, чтобы все остальные могли увидеть лаванду, конечно. Я бы светила на это поле так ярко, что здесь было бы светло, как днем. И тогда все увидели бы его красоту. Имеет право на жизнь. Похоже, из тебя выйдет прекрасная звезда, Лен. Тут так красиво, пап. Я бы хотела приходить сюда каждую неделю и не спать допоздна. Но, пап, можно тебя кое о чем спросить? Конечно, Лин. Почему мама плакала? Жираф. Жираф. Макаримас. Как и жирафы, березовая пяденица используется в качестве примера естественного отбора. Пяденица березовая. Что это такое? Бабочка или что? Хотя по поводу эксперимента было много споров, гипотеза осталась неизменной. Когда происходит генетическая мутация, естественный отбор определяет, имеет ли она место быть. Если мутация полезна, организм, скорее всего, адаптируется и выживет, чтобы передать гены потомкам.
если мутация бесполезна или даже вредит организму, вероятнее всего он умрет от всей его ненужной гены. Ну да, видимо. Ой, ничего интересного здесь нету, да? Ты в порядке, Линдри? Да, а что? Ну, во-первых, ты выглядишь расстроенный. И потом ты просто ушла из класса в середине урока. Просто не хочу тратить время впустую. Я уже знакома с этим материалом. Так, ты прогуливаешь занятия, чтобы почитать. Что ты читаешь вообще? Микробиологию. О, господи, ты пропускаешь вечеринки у Стейси, но находишь время на эту тупую микробиологию. Старший класс нужен для создания воспоминаний. Интересная мысль. Нет, они созданы, чтобы учиться. Эй, ты куда это? Собираюсь найти пару книг о том, как создаются воспоминания. Я же не это имела в виду. Знаю, все равно спасибо. Так, я, наверное, здесь... всякий случай. Здесь делаю первую паузу. Да. Конец записи.